А зачем тебе это надо? Ты разнесешь там все. Не разнесу. Я все продумал. Блять! Ну, с почином! И что ты хотел этим сказать? А я родил водопад! Теперь я могу мыть голову! Риська был дурак. Смотри, какое райское место тут появилось теперь. Отличное райское место. Просто невероятно. Называются сточные воды. А я плыву вверх, смотри. Замечательно. А? Бултых? Это правда красиво получилось? Тебе явно нравится. Один житель выжил. Он избранный. Эй. Какой там житель выжил? Это невозможно. Вот он. Ну-ка, сейчас. Кто мог выжить после такого? Давайте возьмем интервью у него. Давай. О, вы выжили. Перестаньте ходить, просто скажите нам, каким образом вам это удалось? Ну, сначала тут все было в ящиках, потом кто-то поставил факел, было очень громко, и все взорвалось, и я подумал, неужели все взорвалось? И что же вы сделали? Я пошел в угол и подумал, неужели это угол, неужели я смогу здесь стоять? И вы выжили именно так? Я выжил именно так, а не иначе. Чем вы теперь собираетесь заниматься, когда разрушен ваш дом и вся ваша семья убита? Возможно, я буду выращивать помидоры или в ложке использовать. Еще один житель, еще один выживший. Скажите, вы имеете какие-то родственные связи вот с тем выжившим? Я первый раз его вижу, первый раз вижу это место. Вы же ведь только что были здесь, вы как-то выжили? Мне кажется, что я просто копал огород и провалился. Мне кажется, что я просто копал огородик и провалился. Но вроде бы наверху нет никакого огорода, есть только отель. Это теперь его нет, вы построили отель на моем огороде. О, мы построили отель на огороде, но там не было никакого огорода. Окей. Они легко соглашаются со всем, даже с динамитом. Рити, он такой вонючий, Рити. Значит, их осталось двое. Извините, а чем вы собираетесь заниматься теперь, когда уничтожен ваш огород, вся ваша семья мертва и лежит в кусках? Я думал податься на север. Говорят, там очень хороший сервер. Да, весьма. Там отличная деревня и живет много жителей. Я бы стал одним из них. Мне никогда не нравилась старая семья. Я бы завел новую. Почему же вам не нравилась ваша старая семья? Они ели то, что росло в моем огороде. Ну ведь зачем тогда выращивать, если все равно вас злит то, что ваша семья ест то, что вы выращиваете в своем огороде? Это риторический вопрос. Да ладно, почему риторический? Потому что я не знаю значения этого слова. А вы в черном фартуке не хотели бы вы пойти в эту новую деревню? Не знаю, мне и тут хорошо. Мой фартук контрастирует с темнотой окружающего мира. То есть вы не хотели бы завести новую семью и жить счастливо? У меня был кот. Он умер. Я не хочу семью. Там будет новый кот. Окей. То есть вы не хотите остаться здесь или хотите? Я бы... Не остался здесь, но мне придется остаться здесь. И ушел главный такой. А вы в белом фартуке, идем с нами, мы отведем вас прямо на север. Привет, хорошо. Для этого мы используем гравибушку. О, щекотно. Да, это очень щекотно. Очень щекотно, моя голова пробивает блоки. Боже мой, это самая веселая штука после того, как я помыл свою голову в лаве. А вот тут у нас Риси утопился. Утопленник. Я не утопленник, я дурак! Итак, житель, мы проведем вас на экскурсию. Это корова. Это корова, Джейсон. Она мычит. А теперь у нас для вас специальное предложение. Это запуск. Ой, запуск, я всегда хотел попробовать. Запуск! Вы выжили? Поздравляю вас. Я, кажется, сломал себе какашку. Вы пойдете прямо сейчас в новую деревню. Хватит болтать ногами. Не могу, ведь это так приятно. Тут в этом нет ничего приятного абсолютно. Ты можешь потрогать меня за ноги. Давай размножаться. Нет. Давай. Нет. Давай. Нет. Давай. Нет. Давай. Я тебя посажу куда-нибудь в кассу. Посади меня себе на колени.
Нет, я посажу тебя в кассу, я думаю. Посади меня в кассу. Я всегда мечтал работать в кассе. До тех пор, пока я не мечтал работать на поезде, а до этого я мечтал работать кондуктором. Но вообще я мечтал работать в кассе. Только не уходи далеко, хорошо? Не знаю, тут есть стена, она такая привлекательная. Текстуры потрясающие. Текстурпак. Тебе нравится? Очень, угол такой сексапильный. Я хочу этот угол. Может быть, там есть трещинки. Да, там, наверное, есть трещинки. Это же песчаник. Сейчас я построю для тебя... О, собака. Эй, где ты? Оу, ты куда? Я люблю этот угол. Зачем тебе это надо? Я хочу писать. Там не надо писать. Эй, ты! Ты вообще охренел, что ли? Я поссал. Стой тут. Я буду там писать. Нет! Что ты творишь? Я писаю. Нельзя. Можно. Нет. Иначе я не создам тебе жену. Окей. Итак, нам нужен песчаник. Эй, собака дура. Сама дура. Иди сюда, житель. О, я люблю тебя. Давай, посади меня куда-нибудь. Вот тут стой. А что я должен делать? Ты должен продавать тут билеты. Вот эти, из которых я сейчас курю? Да, именно их. Они вкусные. Где моя собака? Вот она. Я съел ее. Собаку нужно отправить туда. Вот. Нет, не вот. Вот. Собака, поехали мы с тобой на юг. Я виляю ногами, ничего не умею делать больше. Потому что ты собака. Who fuck a dog now? Who fuck a dog now? Теперь ты будешь жить здесь. Это лучшее место из всех, которые я видела. Может быть, я насру? Нет. Может быть, значит, ты плохой пес. Я плохой пес. Да я просто. Интересно, куда делся Риська? А, Риська, что ты сказала? Риська вышел. Ну ладно. Что ж, значит, пора. Сбрасывать мусор. Пора сбросить мусор. Собака, ну-ка стой здесь. Иди сюда. Иди сюда. Я подозреваю, что там что-то неверно. Да почему же неверно? Здесь очень весело. Ну, я не знаю, не уверен. Да ладно тебе, иди сюда. Нет, стой, ну, эта же штука, может быть, мне можно на нее пописать? Да не бойся, просто сиди. Да? Хорошо, а будет косточка? Будет что угодно. У-у-у! Ау-у! Итак, ты готова к да. веселью? Да. Это будет очень весело. Да. Ты упала. Я вижу. Ладно тебе. Не беспокойся. Я не беспокоюсь. Вообще, я считаю, что ты бессмертная, поэтому тебе нечего беспокоиться. Таких, как ты, я собаку, мне там на проводку. Не надо на проводку ссать. И тебя замкнет вместе с твоими лампочками. Не беспокойся, не замкнет. Слушай, собачка, хочешь кость? Чью? Эй, ты куда? Что с тобой? Это мой новый дом. Ну да, это твой новый дом. Ну точнее, это отель. И ты можно будешь... грызть обои? Нет, нельзя. А ты будешь можно? Сидеть тут и хоть сторожить. Хоть что-то можно? Сидеть тут и срать? Это я могу. А сторожить, а не срать. А сторожить, а, окей. Ты будешь сидеть тут и сторожить эту постройку. А чем она важна? Она важна тем, что это отель. И скоро он будет приносить нам миллиарды долларов. Да тут даже нету комнат и... кухни и вообще ничего нету, тут просто... Ты вообще что, таджики поработали? Ну тут есть лестница, ты посмотри, она просто прекрасна, винтовая лестница. По этой лестнице ни один здравомыслящий себя Стив не пройдет. Ну, допустим, я сейчас пройду. Но ты не Стив. Но я здравомыслящий. Но ты не Стив. Но я здравомыслящий. Мы пришли к закольцованности. Эй, как дальше? Как он? Это невозможно. Это мой... Unacceptable! Это... Unacceptable! Unacceptable! Поселение Репюре. The Bandits намерены напасть на Крювекуя. Урлекуглиасе. Название, как будто бы там индейцы живут. Блин, я хочу, чтобы в Майнкрафте была мебель. Очень просто позарез не хватает нормальной мебели. Так, жалко, что Риски нету. Потому что я бы сбросила бы его еще раз в мусорную яму. Но Риська ушел. Риська бросил нас с вами. Мост тоже остался недостроенным. Ну и ладно. Потом достроим.